Блин. У нас есть шанс еще пойти помочь код доступу Рая на личи. Это он мне с 19.00 собирает. Контроль, главное, левого и правого моба это милики. Стан по тактикам. Время звезде. Кружочек звезду играем. Так, поднимаем сейчас вара. Апис, подходи. Ставлю рыбу. С ДПР давай гимноману. Ставьте тотем прилива. Где 500 голд? Ух ты. Держи, Джерри. Фотон, подойди сюда. Чек на пол. Фотон. Так, все готовы. Танки погнали. Лапу даем. Хилы в центре, РД сбоку. Мельники после первой лужи стоим возле звездочки. Не стойте никогда по центру фрейма. Убегайтесь. Кукувася, выбегай. Кукувася, роющиеся тени. Кукувася, Кукувася, проснись. Боже мой. Делай что-то с ДБМом или с реакцией. Куку. Вася, сбегайся с людьми, с пактом. Босс, наверное, знает, что у Куку Васи слабый комп и кидает на него всяческие дебафы. Миша Киша, метка. Элли, лучше ты кинь шары на попал и хил. Так будет легче. Папис, милики. Славе влево. Ладно, поздно. Там уже лужа есть. Мельники сместили звезду слева. Будете следующую лужу влево выносить. Быстрее сбежались. Ины разолили Элия. Фотон, давай гимноману, время есть еще. Будик, выбегай. Ставь тотем прилива, если есть. Если что, с диспелью с тебя будет. Диспелью побежал. Рейндж все набрали. Поклонски дашь сакру. Задаю мастер аут. С ДПР воет гимнет хил. Мельники встали влево, в звездочку. Как там сбежались? Славе влево. Теперь мельники вправо, смещайтесь.
Габат из Пнорексус. Сакрафайс вправо, выноси метку. Кусай меня, если не, некого кусать, Мелик стоит. Можете рост дать. Фактом. Шакиша метка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Но мы ведь так хорошо ладили. Следующий по осколкам кто? Есть люди, кто осколки собирает? О, спека вся танка, здесь надо будет трэш потанчить. Обнажите клинки, соратники. Райкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Посмотрим, что там по захилу было. Вася, ты опять повторяешь ошибки, которые тебе говорили. Опять делал на исцеление. Так же будешь на Личехили? Тупо ни одной... Тупо одна волна исцеления за бой. Это что такое? Из-за тебя рвет жопу другой шуман. Я хилил друг... Он в основном на танке сидел, я рейд хилил. Понимаешь, что в рейде 4 хила. 2 хила, эрдру, ДЦ хилят рейд. 2 рестер шамана хилят танков. И этот шаман не знает... Ну я и Поклонского хилил, и рядом РДДшников, которые стояли, погнали, хилил. Танки. Ты Поклонского, судя по всему, цепухой хилишь. Вы так договорились хилить, или это ты просто так решил? Со второй шаман ругается, почему-то я смотрю. Так, давайте звезду будем бить. Раздобьем трэш. Если только он хилит, то значит другие там двое... Отстающий не хилит ни хера. Я тебе скажу так, если бы не стояли и хилил бы в тройку Кукуаси, то танки бы, наверное, попадали. Потому что хилишь вон с этим сиденьем. Убрайте звезду все. Отошли от моба, который его ешет. Кто вообще сказал, что шаман должен по цепуху спамить? Вообще не понимаю. Жирю. Да, да, жирно. Ну да, сидит 4 шамана, 4 друида мана заревает, то можно и цепочку как-то баловаться. Ну то же самое, как вчера вы мне что-то втеряли, что малое волна исцеления не будет и дичь. Ну это еще как-то, знаешь, на любителя, ну чтоб вообще волной не хилить, а тупо цепухой, ну это вообще пиздец. Давайте в кружок играем. И... От АУЕ до мага. Мараксус получает урон. Пириткин получает урон почему-то. Все, добивайте моба, который АУЕшит. Блин, надеюсь, там крок. Вижу, крок не забагнулся. Протопал и Джерин, идите танковать. Лобов Чеславе будет тянуть меточку. Только надо добить этот трэш. Подожди, не агни. Жалкие создания, умрите! Крок, надеюсь, не забагается.
Играйте, звезда. Ну, Чилин, у тебя есть какой-то инстинкт на сохранение? Мараксус тоже. Ау. Что-то как-то сагрил рейд, а не танки. Ну, там Джерин пошел, побежал и сагрил. Давайте в звезду теперь играем. Плохо, Лера, ты такой дотошный с этим, с отцом Голодцом. До сих пор спорят, типа, вопрос какой-то. Не спорят. Вот если бы я укус получил, там бы еще пиздец был. И Холодца бы не укусил. Укусил бы какого-нибудь Дарксона. Да ты вообще бы никого не укусил, блядь. Сдох бы, да? Захуяли бы всем рейдом. Было такое, кто-то уходил в контроль после на первых же укусе. Не один раз. Так говоришь, как это редко. Не, ну, ну не 10 раз точно, там раза 2, может 3. Я помню, лет 7 назад это, блин, частенько было. Угореть. Следоланы доходили. Типа не знаю, что делать. Как опять? Блин, не повезло. В рейде всегда оставляли синдром и профа. Тогда еще не был проф такой сложный, он был манекеном вообще. Ну не для тебя же. Для меня, конечно. Для меня это манекен, блядь. Виталик, было еще, когда ты пиво даже не начал. Это сколько тебе было? Лет 8, блядь? Да, нихуя себе ты начал так рано. Меня с детства мамка сиську дает, я не пивасик, да. С краном впал под боком, блядь. Олег, мне даже все спекаться на босса? Не, не надо. Поднимите Мурачуса. На самом деле. У кого не ДЦ, а Холи Пристер, Дру есть. Бег. Так, у Делка есть смысл вообще качать археологию? Да. Ты заебался бегать сегодня уже, блядь, по Восточному Королевству. Я, подожди, это Хаба в Иршаму, Апис в Ирдру. Миша, тихо, оставайся в себе. Крит нужен. Пушим рыбу. Так, это выходит что? Чилим Кокосина на Вале. Не, Чилим Кукувася на Вале. Нет, не так. Кокосина Кукувася на Вале. Чилим с нами бегаешь. Каба на Вале. Каба на Вале. Поэтому еще никто не ливнул. Подожди, я прям запутался. Кукувася и Кокосина на рейде, вот. Остальные на Вале, вот. А ты говоришь на Вале. Ну, перепутал. Значит, выходит Эли, Хаба, Чилим, Апис, Уэйтхилл на Вале. Чек. Джест, кому ты кидаешь ПС? Никому он не шипа. Аспекнулся ДЦ. Зачем? Я его покидаю. У нас мало, не надо, спекайся в шипе, у нас так мало ДД. Да зальем, нормально ДД, что там. Хорошо, погнали. Пускай личные щитки будут. Не качай профы вообще до 120-го, они тебе не нужны. Да иди нафиг, надо хотя бы мейн. Да, ну нет еще такого от проф, там бонуса, как на личе, все. Если ты выкачал профу, слева это просто твои проблемы. Давление слева.
О, минус 60% к отхила. Быстрее подавление. Это зашибись по 10 кахили. То есть тупо стоять в громовом утёсе и регать танком ППшки, да? Угу. Тебе не надо же стоять в громовом утёсе. Ходи качайся. Лока под тебя подстраиваться. Так я ПП регаю и бегаю там. Ну зачем тебе город? Так я всё равно не одного пытаюсь. Давайте справа будем идти, мага, бейте. Танком игра. Скочно, иди в портал, я похилю. Не. Но паладина скиллы массу не жрут. Ой, ману. Кроме хилов никто от маны не зависит. Вообще кайф, бегаешь, собираешь всех, лишь бы хилить. Справа подавление. Так, порталы опять надо найти. Свободные, справа будем. Справа будем собираться. Чиним ход и всех хилов в порталах. Заебало крылья махать. Справа далеко подавление. Давайте рост захиливаем, короче. СДПР гимнатхил. Подавление слить. Сакрифайс гимнатхил. Потом гимнатхил. Все остальные плесты гимнатхил. Изи. По-моему, это самое быстрое захиливание вальки, не? Да, не, было и побыстрее. Два портала было, да? Да, два портала. Да было. Тщеславие, вставай. Маратгаз, принимай сейчас суммон. Отойду пока трэш. Я тоже, кстати. Так, ДД-то доспекнитесь. Да, все хилы в ДД и будут бить трэш сейчас. Отойду, зачем? Где там печеньки уже, наверное, срок годности истек, нет? Срок годности, блядь. Сейчас 20 рейд. Нет, еще не истек. Протухла печенька, да? Так, за 46 минут мы прошли чуму и сови этот кровавый квартал. Ставь шкаф. Полтора часа мы в рейде идешь. Про шкаф и приду. А, там... а для начала 23 минуты. Не, не угорай, я флас купил при пуле ребра. Да я тоже. У меня осталось... А, сори, не туда посмотри. У меня 2 часа фласка, сейчас 37 минут. Не, не, правильно. Какая разница, бейте трэш. Заткнись, короче. Не, я ушел. Да, ханта нет. Локи, тяните трэш с индры. Пожимайте все свои билки, играйте в трэш. Так, вижу, что Маратгас не бьет. Давай его поменяю, слышали? Чек не бьет, минус ЕП сразу. Можешь дальше стоять. Слот освободился?
Да нет, там, короче, нет. Радгаз пишет ПМ. Я отошел в Даларан, починюсь. Я написал окей. Потом суманул его сюда, он принял чек и тупо стоял, ничего не делал. Сейчас начал бить уже, когда ему не пояснил. Чё вы за люди такие? Так, трэш с Синдры. Игра в трэш. Маракс, ты тут? Чё говоришь? Уже ли по мне скидывать? Рассундак, нихуя сдаём. Саку прожми. Ой. Конечно. Поднимайте павших. Маракс, в классе встаем. Бля, я так охуенно лежу сейчас. Блин, ребята, мы уже почти full инс прошли, эти пацаны для лича до сих пор добирают. Блядь. Да ёбаный в рот. Чё троллишь? Хилы, вы хоть похилите, когда ресаете. Я бы похилил. Рексис, может, придешь, ты там в луже стоишь и сможешь. Тотем убрать. А, ну тут, тут уже можно поставить. Холики? Да-да.
Фараксус, вставай. Элия, вставай. А ты что, хилить будешь, что ли? Да. Крев дай, крев дай. Рыба, 20 секунд. Стоит уже урод, да. Или я, ты тут? Кам, подходи. Будет спека себе хила. 5 хилов, пойдем 2-4. Давай я зайду кем-то. Не, может он вернется, шаман этот, он просто АФК сейчас. Позже печеньки разрулим, наличие уже. Сакрифайс готов. Все, запускаем босса. Кассесы обновляйте на друидов, как я говорил. Стопните дамаг медики, обжигающий холод у вас. Три хила с освобожденной магией. Вася, слышишь, хиль танков, волной исцеления на второй фазе. И смотри за освобожденной магией. Метки вперед, дистанцию держим между метками. Метки до 250 тысяч. Нарексис, не делай так больше никогда. Без дот. До 250 тысяч без дот. Все. Стопайте по глыбе, за которой стоите. Стопайте по глыбе. Центральной 180 тысяч. Стопайте. Не бить глыбы. По центру падает, отбежали заново. Дальнюю справа подбить. Подбиваем дальнюю справа. 200 тысяч. Поклонски на этой притяжке дашь сакру. Эвелин мастер аур. Поставишь ауру на лед. Дашь в это время мастер аур. Потеряшка. Все, давай, мастер аур и сакру. Все, убирай ауру, ставь средоточение. Ну, писала. Вот эти синдру сейчас влетит.
Метки вперед, на мне метка. На Джерриной метки, поклонски словишь босса. До 250 тысяч без дот. Справа близко. Плеваем метки. Все метки под босса, если что, по команде я говорю, куда выносить. Если надо будет влево, там вынести. Да. Все, никто никуда влево-вправо не уходит, сейчас будет фаза. Переводим. Первую метку под босса. Щелим под босса. Кожу прожми. Метку слить. Водик под босса. Медики отошли. Метку не сливать, притяжка. Не сливаем, ждем. Медики отошли. Беги, малышка, беги! Поклон, маски под босса. Каплю дайте, Джерри. Давай сакру дам. Сразу слить метку, поклонски дим менять его. Даю длань. Не работает. Под босса Владик. Дим, кто-то на ману, что? Я спою сейчас. Ну давай, пой, Дим, на ману, сакрифайс тотема шамана. Тотема шамана. Какой у меня мерзкий голос, господи. Белаус под босса. О, нет, там он был еще нормальный. Так-то похуже, блядь. Че, когда Гера, блядь, когда Гера будет. Еще хуже? Я уже не знаю, куда хуже. Девайте, ну, метки. Почти как у меня, но только чуть лучше. Сакрифайс под босса. Отошли. Спрятались. Спрятались, переживаем притяжку. Беги, малышка, беги! Давай сакру поклонский. Цель еще тоже под босса. Азар под босса. Милики отошли. Давайте метку. Следующую влево. Следующую метку влево уносим. Лодик влево. Все, добиваем босса. Метку разбейте, добиваем босса. Сакрифайс, гимн отхил. Питки наноси в сторону, прожмись. Молодец, да, давай. Иди на ХП и пьял победный. Не надо, никто не умер. Он, уйди с меткой. Далее попал. Класс. Эли, ты пришел уже? Что ты так долго фукашил? Плохо. Так. Идем все на лича, понятное дело. ШП мне? Да.
ставьте там шкаф, суманим шаман. Кружок станет на Рексис, трусы поклонские. 1:39. Первая волна у Белин, станешь в ромбик. И третью волну у ромбик Белин. Все. Я вторую волну и четвертую. Никто не умирал, просто по регенте маны. У тебя плохой щит. Одну шмотку с рейда. До печеньки остается 43 минуты еще. Так что разрулим после убийства лича. Заодно стимул. Вдруг мы вайпнемся, покидая ГП, ваш пэр понизится, и чинку еще не сролите. Что не хватает? Каску по шаману. Все, я запускаю. Поклонский каску раздай. Да, всем обновили. На Вара, Лука и на Шамана. Были, наконец, хваленые силы света. Мне бросили... Крестобав дайте. Чему диспелит как осина? Если человек не выбегает с рейда, ты все равно диспелишь. Он получит ГП, а не ты. Так, ханта нет, это плохо. Не знаю даже. Могу зайти в хантон 5.2. Так, мы будем наступление снимать, сейчас посмотрим. РДД, ловушка, перебежали. Уносим сейчас чуму, одна секунда. Покосили чума. Возвращайся быстрее. Ловушка скоро. РДД, ловушка. Ловушка у нас. Секунда. Так, для ловушка. Чума 2 секунды. Каба чума. Одна секунда ловушка. РДД ловушка. Родители чё? Ловушка скоро. Скоро второй шаркарь. Мелики ловушка, как квадрат. Чума 2 секунды выносим. Миша, Киша, выноси чуму. Быстрей. Даю каплю поклон. Ловушка на секунду. Перебежали. Так, шаркаря второго нет, отлично. Мелики. Мелики ловушка. Встали в квадрат. АДД. Передвиньте чуть дальше, сейчас будет ловушка и чума. Белин, давай каплю на Поклонского, если можешь. РДД, ловушка, перебежали. Все на край, 1%. Дарк Сон, чума, диспел. Все на край. Рейндж все набрали, присты бьем. Шары, сакрифайс гейм на ману. Все на рейндж вышли. РДД дальше отошли.
Не забывайте замедлять каст Личо. Гневному, может. И гневному, да, тоже. Второго духа играем. Кость на диспуне сало станков. Следующего духа. Отошли от духа, все из-под морды отошли. РДД, фурики, добиваем духа, остальные в центр идем. Так, шарик добить. Добить духа, потом становимся звездочку. Становимся в звезду все. Повернее Лича так, чтобы звезда смотрела на скину Лича, мы просто в другой стрелочке стоим. Прыжок на Рексис. Играем в Вальки. Я в ромбике, сорян. Вижу. В ромб играем. Прожми дверь, да, ваша мана спутила, кажется. Ромбик добить. Давайте рост. Встали в звездочку. На Рексис. Поверни Лича, чтобы звезда в спину смотрела Личу. Так, кружок на Рексис. Трусы. Билин. Ой, блин. Поклонский. Так, искренение выносим к порталу. Весь рейд отходит к трону. Выбежали. Искренение. Миша Киша вышел. Ромб играем. Давай Сакру. Ромб кружок. Я в ромбике. Стана нет. Ромб. Все в ромб играем. Ромб кружок играем. Ром 300 тысяч еще. Нитку в ром. Замедляйте трусы. Сейчас трусы застанет. Кружок добейте. Все, улетели оба. Бейте Лича. Осквернение 3 секунды, все на рейндж. Анкокер. Становимся на первых... становимся так, как на первых вальках, звездочку. Так, Белин, ром, поклонские трусы. Так, первый лог. Играем только ромб. Сегодня не везет просто. Только вара схватила. Осквернение. 5 секунд. С центра всем выйти. Рейндж набрать. Питки на осквернение. Опять становимся как на первых вальках. Опять там же звездочку. Ты станил ромб? Да. Хорошо. Поклонский, по команде станешь метку. Какую? Или ромб, или псусы, я скажу. Трусы стань. С центра всем выйти. Осквернение 1 секунда. Укувайся, осквернение. От него отошли все. Не прыгать. Через кружок играем. Трусы добили. Давайте оставаться возле звездочки. Осквернение 10 секунд, вальки 11. Думаю, мы переведем сейчас. 3% осталось. 2. Олег, скажи, что там по танкам, по СС-ам, кто кому. Yes. Осквернение 1 секунда, на рейндж всем выйти. РДД добивайте, добивайте на расстоянии Лича, переводите. Нет, сука. Блять, мне ману закончилось. Ладно, минус 1, ничего страшного. Минус вар 5.8. Так, теперь РДПР гим на ману. Давай, Трися, кидай СС на Джерриона. Блудик, не кидай ни на кого СС. Играем в кружочек. Фотон, теперь ты гим на ману. Инры шаманов залили. Блудик, это Блудикс? Нет. Кресты бьем сферы.
кружок играем. Играем во второго духа уже. Спойлер Сала. Во второго духа играем. Еще раз Сала. Всех подряд. Духа надо забрать. Духа забрать надо. Отошли все с-под лица духа, добиваем квадрат все. С-под духа все ушли. Проведи чуть дальше духов. Входим в звездочки. 4 хила, никто не должен умирать. Давайте, Апис, Миша, Киша, звездопад в комнате. 4 креста и сушение. Стали в звездочку. Сейчас выйдем с комнаты, будем добивать квадрат, потом кружок. Под духами никто не стоит, сейчас они пойдут на рынок. Духов пока не бегут, по количеству. Так, смотрим, искренение мили-зона. В лужи не идти, даже если там лечь. Все, теперь бьем духов. Добили квадрат. О, уводи духов. Уводи, веди духов сейчас к трону. Духи сейчас просто далеко стоят. Все идем к трону. Все уходим к трону. Духи спускаются, искренение 3 секунды. СДПР гим на ХП. Закрывай духов. Каба, осквернение. Отошли от осквернения все. Суд не везет нам. Проведи дальше, лича, сейчас духи будут спускаться. Таймер починили. Так, у кого есть еще есть гимноману плюсик? Плюсик. Идем в звездочку, давайте звездопады, осушение. После того, как протопал зальет духов, споешь гимноману, шаман тотема поставит. Беллин, ставь ауру, шедую резиста и прожимай мастер ауру. Сейчас прожимай. Убирай ауру. Далеко, дальше прошли. Ваша мана словила бомбу. Сейчас мы выйдем с комнаты. Будет осквернение, духи пойдут на рейд. Мы идем к порталу. Смотрим на звезду, идем к звезде, к порталу. Духи спускаются. Клонский прожмись, взрывай духов. Хилим БДК протопала. Тотем возле лича поставьте. Все, давай гимноману. Сакрифайс гимноману, ставьте тотем прилива маны. Все, осталось просто добивать лича. Осквернение 5 секунд. Выносим осквернение в трон. 3, 2, 1. Тщеславие. Отошли от квадратика. У черепа. Тотемы у лича поставьте. Без комментариев, вар. После комнаты Миша Киша поднимаешь вара. Звездопады, совы, сушение, присты. Становимся звездочку. У нас есть шанс помочь коду Стопурая. Если мы переживем бомбу, стоим в звезде, впереди бомбы, ждем, пока хлопнут, побежали. А что, рецик не будет, что ли? Да будет. Просто эти чуваки с 19.00 там лича пытаются убить. Вышли с комнаты, идем к порталу, к звезде.
спрятались за лича. Похлопает духов, Миша Киши подымешь, Белуса. Давай. Челим, поднимай с ДПР. Указ, пол, кулак, пристабав лапу. Сквернение 5 секунд. 3, 2, 1. Сакрифайс. Вышли, уходим от духов к трону. Духи уже спускаются. Навар. Конечно. Он что, не видит что? Наверное, не видит. Ты спамишь берсой. Похуй, уже убьем до берсы. Не видит. Если вайп. После комнаты рост. Двойную смерть от духов можно и просто гп. Это по настроению уже. Ну вот я все равно плохое, правильно? На по усмотрению. По умолчанию, я бы сказал. Не, по умолчанию это не так звучит. Какой таймер убийства? Час 56. 1 час 56 минут. Ого, как долго. Ну чё так долго-то? Где одна? Вот тут. Можно ли кануть урон по валькам и по духу? А мы вайпались? Нет, нет. Сейчас. Урон за весь инстинкт, они. Что это идеально, как мы можем вайпнуть? Не помню просто. Спать хочу уже. Закусывать надо. Я думал, будет час 45 там. Покажите абсорб схему. Защитник ролем. Невольный подарок. Воин охотник шаман. Смотри, как я буду и превращать воинов в плети. Они повергнут мир в пучину хаоса. Завоеватель. Так, тут три штуки завоевателя. Я первый по ПР. Ты никого не резал, self-control. Так, дальше. Благословение. Дай мне силу Поклонский. И Беллин. Ой, Лудик. Невозможно. РДД кольцо на Лука. Твоя ненависть не заберет. Поднимитесь, воины света! Вот я знаю, как лес с
Ты дальше будешь рулить, нет? Чем защитник? Кому нужен конь? Ладно, рольте. Ты кто в коммунар поставил? Ты купила, что ли? Да я просто не смотрела. Просто тыкнула. Смотри, ты или Мараксус, или Self-Control, то есть холодец. А Лебардолька, да? Что-что? На оф алебарда. Говоришь, не понял. Да. Ой, передай, Эли, передай коня Пилиму. Промахнулся немножко. Аркус. Ну, а почему ты выучил его? Да, я шучу. На ОВ кому-то надо? Давай на демона, да? Идет, или не очень? Это не, хули престу только пойдет и все. На первое время я рду. Там и все равно лучше. Нет, 500. Ты Талик кролил? А, да.